Всем привет, друзья! Меня зовут Даша, и я очень рада тому, что вы заглянули на мой канал. Это канал о вязании, о моем хобби, и сегодня у меня понедельник, сегодня 7 июня, и это начало моего нового вязального влога. В этом видео, как всегда, буду делиться с вами всеми интересными событиями, которые будут на этой неделе происходить в моей вязальной жизни. Очень хочу показать вам свои процессы, над которыми я сейчас работаю. Напомню, их у меня два, и чуть подробнее о них я рассказывала вам в своем предыдущем вязальном влоге. Ссылочку на него вы сможете найти где-нибудь в верхнем углу. И напомню, что это две лапопейсы. Одна из них взрослая, называется она «Очень легкая лапопейса». Ее я вяжу, опираясь на схему жаккарда, которую я взяла из мастер-класса Оли. В Инстаграме она известна как «Весна без сна». И да, ссылки на всех авторов и какие-то мастер-классы, которые я буду упоминать, вы найдете в инфобоксе, там я для вас все пропишу с хэштегами, ссылками и так далее. Вот, поэтому, если на слух вы что-то не запомнили, просто загляните вниз в инфобокс, там все для вас написано. И вторая лапопейса, над которой я работаю, это детское изделие. Я вяжу эту лапопейсу в тесте у Яны Пани Маркевич. И эта лапопейса называется «Шаман Йоу Kids». Это детская версия, очень классные лапопейсы, очень носибельные, невероятные, просто в апреле, кажется, я связала эту лапопейсу для себя, тоже в тесте у Яны, и сейчас тестирую детскую версию. В общем, у нас с Оливкой будет family look. Я уже прям жду не дождусь, когда смогу закончить эти изделия. Также, друзья, на этой неделе у меня есть очень амбициозный план повязать образцы для новых своих проектов, и забегая вперед, хочу сказать, что я очень хочу заняться летним вязанием, хотя мое летнее вязание, наверное, будет отличаться от привычного на вязальном ютубе, поскольку для меня летнее вязание — это кардиганы. Я очень хочу пополнить свой гардероб несколькими базовыми кардиганами. Дело в том, что у меня сейчас только один кардиган, я его связала прошлой весной, и, кстати, на это изделие у меня есть мастер-класс, я обязательно оставлю для вас где-нибудь ссылку здесь вверху, а также внизу в инфобоксе. Там есть перечень всех моих мастер-классов по петельных и экспресс-мастер-классов, поэтому если вам хочется посмотреть, что полезного у меня есть на канале, то в инфобоксе опять же будет вся для вас информация. Так вот, я связала этот кардиган, сделала для вас мастер-класс, и на сегодняшний день кардиган уже заношен до такой степени, что мне его стыдно вам показывать в кадре, и я хочу связать несколько кардиганов на смену ему, а с этим товарищем мы попрощаемся в ближайшие дни. Так вот, как показала практика, кардиган — это самая носибельная вещь. Он очень востребован у меня как дома, так и на улице. Например, если я хочу куда-нибудь выбежать, не нужно одевать свитер, куртку, просто накинул кардиган и выскочил на пару минут. Дело в том, что у нас летом довольно прохладно. Стандартная для нас температура — это в районе 10 градусов. Сегодня, например, и то меньше, наверное, 8 или 9, ну, в общем, холоднее, чем 10 градусов. В основном у нас летом, если хорошая погода, где-то плюс 15. Бывают, конечно, теплые, солнечные, аномально жаркие дни, когда у нас плюс 20 и выше, но до 30 градусов у нас очень редко поднимается температура. Наверное, за все время, что я живу в Норвегии, так случалось один или два раза, и то пару лет назад. Вот, поэтому не могу сказать, что лето у нас очень теплое, и поэтому самой востребованной вещью оказались кардиганы. И я планирую пополнить свой гардероб несколькими какими-нибудь базовыми моделями и обязательно сделаю на эти изделия мастер-классы. Не уверена, что все мастер-классы будут попетельными, но какой-то мастер-класс я сделаю попетельный, наверное, на изделия попроще, для того, чтобы оно подошло для начинающих вязальщиц, а изделия посложнее я, наверное, просто сделаю в формате экспресс-мастер-класса для более продвинутых пользователей в вязании. Вот, поэтому, друзья, если вы вдруг впервые на моем канале, то я буду очень рада, если вы подпишетесь и будете следить за какими-то интересными актуальными обновлениями в разделе мастер-классов. Вот, если, конечно, для вас это интересно и актуально. Хотя мне кажется, что и в своих вязальных влогах я часто делюсь какими-то практическими советами о том, как связать ту или иную вещь, но и в ролике о готовых работах всегда есть вся исчерпывающая информация о том, что я вязала, как вязала, и всегда я там даю для вас, скажем так, экспресс-мастер-класс на те вещи, которые я разрабатываю самостоятельно, хотя в последнее время я часто вяжу и по чужим описаниям, по чужим мастер-классам, и всегда оставляю для вас все ссылки. Поэтому я надеюсь, что вы находите мои видео полезными. Если это так, друзья, то, пожалуйста, поставьте лайк, дайте мне об этом знать, что я не просто бла-бла-бла ни о чем.
Вот, значит, что я хочу, друзья, еще вам рассказать. Наверное, я на этой неделе начну какой-то еще небольшой проект. Дело в том, что пряжу на детскую лапопейсу я заказала по новой. Да, кстати, многие из вас в комментариях под моим предыдущим влогом просили меня рассказать о том, как же обстоят дела с возвратом средств. Друзья, мне их сегодня уже вернули, поэтому все в порядке. У нас с этим вообще нет никаких проблем. То есть, если тебе что-то там не дослали или тебе что-то не понравилось, ты просто пишешь об этом в службу поддержки любого магазина, и тебе сразу же возвращают средства. Если тебе пришла пряжа, она тебе, например, не понравилась, ты можешь ее вернуть в течение 14 дней вообще без объяснений каких-либо причин возврата, и тебе без проблем вернут деньги, потому что здесь действует закон о защите прав потребителей. В Норвегии с возвратом чего-либо проблем обычно не возникает. Вот, значит, надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. И да, жду пряжу на детскую лапопейсу, я заказала ее в другом магазине. Я уверена на 150%, что она приедет абсолютно не той партии, которая мне нужна, но у меня уже нет выбора, мне просто придется брать ту пряжу, которая приедет. Просто хотя бы похожем оттенке, да, пусть она будет отличаться немножечко по подтону и довязывать свитер. Вот. Очень надеюсь, что к концу видео я его довяжу и смогу в конце ролика показать вам готовую работу. Очень на это надеюсь, поскольку сроки меня уже поджимают, наступают мне на пятки. Вот, друзья, поэтому буду, наверное, заканчивать со вступлением. Желаю вам всем приятного просмотра. Обязательно заваривайте чай, кофе, конечно же, берите вязание и давайте начнем. Привет-привет! Сегодня, друзья, понедельник, 7 июня, и этим небольшим включением я хочу начать свой новый вязальный влог. Покажу, как у меня обстоят дела с вязанием моего основного процесса на данный момент. Это детская лапопейса. Вот так вот она выглядит. И в своем прошлом вязальном влоге я показывала, когда я начинала это изделие. Вот. Но на всякий случай повторюсь, если вдруг вы не видели это видео, но ссылочку я для вас, конечно же, оставлю в верхнем углу. Значит, эту лапопейсу я вяжу в рамках тестирования писания от Яны Пани Маркевич. Ссылочки на автора и на ее инстаграм я оставлю в инфобоксе, если вдруг вам это интересно. Это будет платное писание, называется оно «Шаман Йог Kids», и пару месяцев назад вышла у Яны описание на такую же точно модель, только взрослый свитер, там очень много размеров. Я тестировала данное описание, и у меня получился очень носибельный свитер. Он этой весной стал просто, наверное, основной вещью в моем гардеробе. Я носила его вот просто постоянно. И когда Яна объявила о тесте детской версии, я, конечно же, попросилась, поскольку у меня появилась идея связать такой family look для меня и для Оливки. Вот. Так что я сейчас работаю над лапопейсой и стараюсь ее продвигать как можно активней, поскольку все-таки у теста есть определенные рамки и нужно в них вложиться, я имею в виду по времени. Вот. В своем прошлом влоге я показывала вам данный свитер на этапе отвязанной кокетки. И вчера я приступила уже к вязанию тела, я выделила рукава, пересняла их на вот такие вот булавочки. Обязательно оставлю вам ссылку на эти булавки, если вдруг вы о их существовании не знали. Это булавочки, на которые можно переснимать петли в процессе вязания. Я покупала их на AliExpress. Они там довольно бюджетные, и они мне нравятся. Я их часто использую, когда нужно, не знаю, там переснять несколько петель там с рукава или, например, для кармана или еще куда-нибудь. В общем, это довольно удобно. Конечно, если вы не планируете примерку, если примерку, то лучше набросовую нить или леску переснимать. В общем, я понимала, что пока я не отвяжу тело, примерки не будет, поэтому одела на вот такие вот булавочки. Сделала подрезы, вот все по описанию, и уже дальше перешла к вязанию тела. По телу я вывязываю жаккард, это вот такие вот точечки. Кстати, многие спрашивали, как я это делаю, просто вот вяжу ряд с жаккардом. Да, несколько рядов без жаккарда, потом ряд с жаккардом. Где-то здесь у меня вот смена ряда, и вот так это выглядит по изнанке. Поскольку у меня между вот этими точечками довольно большое расстояние, я делаю здесь примерно посерединке подхват, и у меня получается, что примерно каждые 3 петли я делаю протяжку, вот, на 3 петельки. Вот, это довольно удобно, тем более пряжа после ВТО хорошо распушается, она подваливается, и вероятность того, что ребенок пальчиком как-то заденет такую небольшую протяжку, она примерно нулевая, поэтому все-таки подхваты нужны, но не обязательно делать их-то прям каждую петлю. Вот. Каждые 3 петельки будет вполне достаточно. Вот. Выглядит это аккуратно, даже до стирки. Хотя, напомню, что вяжу я из пряжи от бренда Лопи. Сейчас я достану моточек и покажу вам.
Вот так выглядит моток пряжи. Это пряжа Эйнбан. Так, вот. Эйнбан Лопи. Это исландская стопроцентная шерсть. Вот так выглядит сайт производителя. istex.is. Вот. И это шерсть-ровница на 50 грамм. Здесь 250 метров пряжи. Оттенок зеленого 91-12. Вот. Это такой красивый зеленый изумруд. Вот, также я использую пряжу бежевого и шоколадного оттенка. Все номера обязательно для вас продублирую в инфобоксе, если вам эта информация нужна. Также вы ее сможете найти в видео о готовых работах. Ссылочку на ролик я тоже для вас прикреплю. Там я вязала, напомню, аналогичный взрослый свитер и максимум информации о нем там озвучивала. Вот, друзья. Так что вот так у меня продвигаются работы над данным свитером. Но, к сожалению, мне придется взять небольшую паузу. Дело в том, что у меня закончилась пряжа. Так, покажу вам кончик. Вот, закончилась у меня коричневая пряжа. В прошлом своем вязальном влоге я рассказывала вам о той неприятной ситуации, которая у меня произошла. Дело в том, что свитер я начинала вязать из остатков от своей лапопейсы. Вот, и заказала, конечно же, еще до начала тестирования пряжу, которой мне не хватало. Это был моток бежевый и три моточка шоколадного цвета. Вот, и пряжа ко мне ехала. Магазин меня никак не предупредил о том, что могут быть какие-то проблемы с пряжей. Но когда ко мне приехала посылка в прошлом влоге, я ее распечатывала, и мы с вами там увидели, что ко мне приехал только один моточек бежевой пряжи. Вот, собственно говоря, он. Я уже сняла этикетку, поскольку планирую его перемотать в две нити. Так вот, ко мне приехал только один моток бежевой пряжи. Я, конечно же, связалась с магазином, спросила, в чем дело. Они сказали, что коричневая пряжа у них закончилась. Вот, они мне пообещали вернуть деньги в ближайшие несколько дней, но пряжи у них нет. Поэтому сегодня я буду заказывать пряжу на другом сайте. Я обязательно, когда пряжа приедет, расскажу вам, где я ее покупала. Но я думаю, если вы живете не в Норвегии, вам эта информация будет не актуальна. Поэтому вот, в любом случае ссылки на магазины, где я покупаю пряжу, я оставлю. Но это не реклама, это просто к сведению тем, кто живет в Норвегии и тоже вяжет. Вот, значит, буду ждать пряжу, но не уверена, что она ко мне приедет быстро. Почта в Норвегии работает довольно медленно, поэтому в лучшем случае к концу недели пряжа у меня появится, и тогда я смогу продолжить работу над лапопейсой. А пока мне придется ее отложить. Думаю, что на этой неделе я начну какой-нибудь новый процесс, возможно, какие-то носки, либо повяжу просто образцы. Также думаю, что немножко поработаю еще над лапопейсой из пряжи Rowan Alpaca Soft Decay. Эту лапопейсу я вяжу на заказ, но у меня там тоже ситуация с тем, что пряжи мне не хватает. Я ее тоже дозаказала, но та пряжа ко мне едет из Латвии, и тоже на это потребуется какое-то время, поэтому у меня, в общем, все процессы какие-то немного неудачные, можно сказать. Вернее, процессы-то удачные, но вот ситуации с пряжей немного выводят меня из равновесия. Вот, поэтому посмотрим, что у меня будет происходить на этой неделе. Обязательно буду держать в курсе вас всех событий. Думаю, что сегодня я немножко повяжу лапопейсу из пряжи Rowan, и когда извяжу всю пряжу в ноль, покажу вам, что у меня получается, и, в общем, начнем с вами какой-нибудь новый процесс. Вот, на данный момент у меня все. Иду заниматься домашними делами, подключусь к вам попозже с новыми вязальными новостями. Вот она, настоящая Норвегия. У нас сегодня очень сильный отлив, такая погода, туманы. И давайте, друзья, немножко мелькну вам своим вторым процессом. Это тоже лапопейса. Вот так вот она выглядит. Это взрослая лапопейса, которую я вяжу, опираясь на описание Оли,
В Инстаграм девушка известна как Весна Бесна. У ее описания очень легкая лапопейса, но само описание рассчитано на пряжу потолще. Мне пришлось полностью все расчеты по лапопейсе сделать самостоятельно и просто вписать в кокетку жаккардовый узор из описания. Но опять же, количество рядов по кокетке у меня отличалось, поэтому я немного модифицировала узор. Я добавила количество рядов вот здесь вот в жаккарде, то есть, например, между вот этим рядом зелененьких точечек и красным узором в описании один ряд, а я провязывала три. То же самое касается вот здесь после узора, то есть я добавила, в общем, за вязание жаккарда по кокетке 20 рядов вот в этих вот переходах, и меня, в принципе, это устроило. То есть кокетка получилась нужной мне длины, при этом узор сохранил свой внешний вид и особо никак не изменился. Вот, поэтому этой небольшой хитростью я решила с вами поделиться. В общем, друзья, если вам нравится какой-то жаккард и вы хотите его вписать в кокетку таким образом, чтобы он смотрелся как в оригинальном варианте, то можете попробовать вписать несколько дополнительных рядов между узорами, и возможно, тогда у вас лапопейса получится не хуже, чем у автора. Вот, значит, что у меня здесь появилось по сравнению с моим прошлым влогом? Я начала вязать рукав. Вот так вот сейчас выглядит лапопейса. У меня осталось на самом деле совсем мало пряжи, совсем такой маленький моточек. Я думаю, что я его извяжу в ноль и буду ждать пряжу из Латвии, которую я дозаказала на это изделие. И, кстати, с заказом пряжи у меня тоже возникли, как всегда, трудности. Дело в том, что в магазине пряжа, нужная мне к партии, представлена только в количестве 2 мотков. И мне сказали, что они могут заказать где-то там на каких-то складах нужную мне партию, нашли ее, но нужно будет ждать в районе месяца, поэтому я сказала: нет-нет-нет, давайте мне 2 мотка, я буду укладываться в то количество, которое есть. Вот, я надеюсь, что мне этого хватит, чтобы закончить рукава, поскольку сама лапопейса уже готова. Я сейчас вам ее попытаюсь показать в полный размер. Вот так вот она выглядит. Дело в том, что я ее повесила на кольцевую лампу. Она довольно большая. Напомню, что свитер связан на размер 2XL. Это обхват груди где-то в 116 сантиметров. И да, я специально вам снимаю в этом углу, чтобы показать реальный цвет пряжи. Дело в том, что пряжа такого сложного зеленого цвета, она крайне сложно передается на камеру. Вот сейчас она более-менее реалистична. Красный, конечно, более яркий, чем в жизни, и синий, кажется, тоже, но в принципе, цвета очень-очень похожи на реальные. Вот. Поэтому вот так выглядит мой процесс номер 2. Не думаю, что я буду сильно его продвигать на этой неделе, но, возможно, я просто довяжу тот небольшой моточек зеленой пряжи, который у меня остался, и буду ждать посылочку с 2 мотками. Вот. Так что, друзья, вот такие вот у меня вязальные процессы на данный момент. Пойду я заниматься сейчас домашними делами и уже подключусь к вам на днях с новыми образцами, с новыми идеями, новыми проектами. Так что не переключайтесь. Привет-привет! Ну что, друзья, давненько мы с вами не виделись, я несколько дней к вам не подключалась, вязала образцы и поняла, что хочу что-нибудь повязать, кроме образцов. Ни один из своих текущих процессов я пока продвигать не могу. Дело в том, что
ко мне не приехала еще пряжа ни на одну, ни на вторую лапопейсу, поэтому, недолго думая, я решила начать новый процесс. Кстати, о нем я рассказывала вам уже несколько роликов назад. Это будут носочки в совместном проекте, который мы затеяли вместе с Верой с канала Вера Нитинг Подкаст. Вера нашла несколько бесплатных англоязычных описаний на сайте Ravelry и предложила связать какие-нибудь носочки на выбор вместе с ней. Вот. Мы выбрали одно описание, я обязательно оставлю на него ссылку, оно бесплатное, но оно на английском языке. Называется оно Vanilla Socks. В общем, там еще было какие-то несколько слов, но я, к сожалению, забыла. Поэтому я подпишу правильное название автора, все оставлю в инфобоксе. Просто имейте в виду, что я озвучила неполное название. В общем, это будут носки с пяткой Strong, резинкой 2х2. Они, кстати, очень похожи на ту модель, которую я недавно вязала в тесте у Ани Жильцовой. И я уже приступила к вязанию, я связала по голенке, они довольно высокие у меня получились. Дело в том, что я хочу связать всю пряжу, которую намотала вот здесь, в ноль. Вот здесь у меня примерно по 50 грамм, и это значит, что носки могут быть с очень длинным паголенком. Обычно у меня на носочки уходит в районе 65, ну максимум 70 грамм, а здесь у меня практически 100, поэтому я могу сделать прям длинный паголенок и не бояться, что пряжи мне не хватит. Вот, кстати, пряжа эта очень классная, я вам тоже ее показывала, называется она Sorbetto Myelin White от бренда Lanagrossa. Этот моточек мне дарила Марина с канала Made by Marina, и привет тебе, Марин, если будешь смотреть. Вот, и спасибо тебе за эту пряжу, она действительно очень классная, приятная в вязании, например, она мне понравилась гораздо больше, чем пряжа Nessel от бренда Lanagrossa. Кстати, здесь классический носочный состав и метраж 75 шерсть 25 ПА и 420 метров на 100 грамм. Вяжу я на спицах номер 2, это спицы с леской 80 сантиметров от бренда Chiagu. В кадре у меня, как всегда, хаос, когда я показываю вам носки в процессе. Вот, здесь у меня маркеры, я просто считала количество рядов, и, кстати, их здесь 51, вот. Просто у меня такой расчет, что я хочу связать длину паголенка такую же, как и длину стопы. А на мой размер ноги дом из камня нужно после пятки всегда вывязать в районе 50-55 рядов. Вот, да, у меня небольшая нога, и она примерно вот такой длины плюс мысочек. Вот, значит, немножко вам рассказала о данных носках. Не уверена, что буду их очень активно продвигать, но иногда мне хочется повязать, и я просто вот сажусь и перебираю петельки на носочках. Или вяжу образцы, да. Кстати, об образцах мы тоже с вами обязательно поговорим чуть детальней. Ну что, друзья, я обещала вам в это видео чуть подробнее рассказать о своих вязальных планах и показать образцы, которые я навязала. Собственно говоря, вот они. И да, все эти образцы я вязала с одной единственной мыслью. Я хочу новые кардиганы. Много новых кардиганов. И, как вы понимаете, образцов у меня тоже получилось довольно много. Вот, я покажу вам все образцы и кратко расскажу о том, какие мысли у меня возникали в процессе вязания образца. То есть я просто думала о том, что я хочу связать кардиган. Я думала о том, какая бы пряжа мне для этого подошла. Я брала спицы и просто начинала вязать. И вот пока я вязала образец, я думала о том, какая бы модель подошла хорошо к этой пряже, да, вот к ее плотности, и чтобы хорошенького у меня получилось создать. Вот, сразу подчеркну, что я не планирую завтра начать все кардиганы, поскольку многие проекты требуют тщательной проработки, вязания, возможно, дополнительных образцов, очень тщательных расчетов, и я буду начинать по одному кардигану, сначала свяжу один, потом со временем второй, потом третий и так далее. Ну, давайте начнем. Я начну в той последовательности, в которой у меня лежат образцы, но вязать я буду, скорее всего, не в этой последовательности. Итак, образец номер раз, вот такой вот пушистый красавчик. Очень классный образец, мне он очень нравится, и я, когда на него посмотрела, вот на готовый, я поняла, что из него получится классный кардиган, очень базовый и очень носибельный. Здесь у меня использована моточная пряжа от бренда Drops, называется она Charisma, это 100% шерсть на 50 грамм, здесь 100 метров, и в качестве пряжи компаньона, вы видите, да, что образец очень пушистый, я добавила бобинный кедмахер, тоже, кстати, в бежевом цвете. Если я, кстати, не сказала, Drops Charisma у меня в бежевом оттенке, и цвет это номер 55. Сейчас очень сложное освещение, у нас то дождь, то не дождь за окном, поэтому оттенки пряжи немного перевирают. Он такой
бежевый. Я бы сказала, не желтый бежевый, а серо-бежевый. Вот так. Оттенок 55, напомню. И в качестве компаньона я здесь добавила бобинный кидмахер на полиамиде. Это, по-моему, Игея Астра, если я не ошибаюсь. Здесь 1000 метров на 100 грамм. Вот. Спицы я использовала номер 5 для вязания образца. И он получился очень-очень хорошеньким. Таким плотным и очень стабильным. Мне кажется, это полотно будет хорошо смотреться в кардигане. Из этой пряжи я думаю связать кардиган регланом сверху с планкой, либо планка будет резинкой цельновязанной с вытянутыми петлями, либо полая резинка. Вот я еще пока этот момент обдумываю. Для начала я буду рассчитывать реглан и смотреть. Вот у меня довольно много этой пряжи в запасах, и в бежевом, есть еще и в коричневом цвете. Возможно, я даже сделаю какие-нибудь полоски или жаккард на кардигане. В общем, посмотрим. Ну вот такая задумка у меня есть. Так, это первый образец. Дальше. Дальше лежит образец из пряжи Alpaca Tweed от бренда Donegal. Эту пряжу я вам показывала в своем прошлом влоге. Мы вместе с вами перематывали ее в пасмы, стирали. Я уже ее смотала в два пирожка и уже даже успела связать образец. К сожалению, этот образец не для изделия. Этот образец такой небольшой. Я вязала, чтобы выбрать номер спиц, на котором мне, собственно говоря, вязать образец. Дело в том, что этот проект требует очень основательной подготовки, расчетов. У меня есть такая задумка сделать сложный кардиган. Я хочу связать спущенное плечо, но не снизу вверх, а сверху вниз. И сделать очень интересную обработку планкой, полурезинкой. И я думаю, делать мне цельновязанную планку или попробовать обработать кардиган планкой, полурезинкой, но уже после того, как я свяжу кардиган. Дело в том, что я недавно у Petite Knit увидела описание на шампанское кардиган, если я не ошибаюсь, называется он так. Он вяжется регланом сверху, и там обрабатывается планка вот так по кругу полурезинкой, то есть после того, как кардиган связан, поднимаются петли по полочке, по горловине и вот так вниз по полочке, и потом начинается на чулочных спицах вязаться полурезинка, планка, да, собственно говоря, на нужную ширину, и она привязывается вот к каждой петельке, которая вот здесь поднято. Выглядит это очень интересно, очень красиво, очень аккуратно, мне понравилось, и я хочу попробовать, и, как вы понимаете, мне нужно отработать и технические моменты касательно планки, и, собственно говоря, отработать сам образец, поскольку этот вид, и он требует очень тщательной подготовки, несмотря на то, что он постиран, он все равно немножечко меняется, дает небольшую усадку, уже не такую критичную, как непостиранный твид, но хочется все-таки получить хорошее изделие без перевязок, поэтому буду работать. Напомню, это будет кардиган, спущенное плечо сверху, и я пока еще думаю, смогу ли я сделать полурезинку потом, или все-таки вязать ее сразу. Но при вязании сразу нужно будет делать поворотные ряды. Да, вот. Укороченные по планке для того, чтобы она не стягивала полотно. Дальше. Дальше у меня здесь лежит образец уже из знакомой вам пряжи. Это пряжа Самарьяк, бобинная пряжа. И здесь у меня добавлена ниточка очень красивого бобияка на полиамиде. Тоненький такой, как кидмахерчик. Эту пряжу мне дарили. И я вязала из этой пряжи для себя джемпер по описанию, но, к сожалению, у меня с описанием немножко не сложилось. Я пряжу распустила. Вот. И хочу использовать ее для вязания кардигана. По-моему, это спицы номер 7, если я не ошибаюсь. Вот так выглядит полотно. Здесь я попробовала платочную вязку и лицевую гладь. И мне нравится и лицевая гладь, и платочная вязка. Я еще пока до конца не решила, что именно это будет, но я представляю себе, знаете, такой уютный кардиган, очень свободный, широкий, удлиненный. Вот очень похожий на тот, который вяжет часто Оля с канала «Северное вязание». У нее есть кардиган с малинками или шишечками, кстати, у Кати Юдиной в ее инстаграм. И на канале можно увидеть подобные кардиганы платочной вязкой. Вот я хочу что-то похожее, только я, конечно, больше минималист в вязании, какие-то малинки и шишечки я вряд ли буду вязать, но вот кардиган платочной вязкой, какой-то очень простой, очень базовый, незамысловатый, я бы связала. И для этой цели вот платочная вязка, мне кажется, подойдет лучше, чем лицевая гладь, поскольку лицевая гладь на семерке все-таки более сопливенько так смотрится, а платочная вязка более
структурная. Вот. И для кардигана, мне кажется, подойдет очень даже хорошо. Такой кардиган на теплые летние вечера, чтобы накинуть и немножко посидеть на террасе. Вот. Мне кажется, спицы номер 7 сюда прекрасно подходят. Такая вот красота. В общем, друзья, мне тут, к сожалению, пришлось немножко прерваться, мне позвонили, но я к вам возвращаюсь и продолжу свой рассказ о планах на вязание на ближайшее время. Мы с вами остановились на вот этой модели кардигана платочной вязкой, скорее всего, именно этот кардиган я начну первым, и, скорее всего, на это изделие будет мастер-класс, поскольку это изделие очень простое, очень базовое, и с ним справится даже новичок, поэтому, я думаю, на него я смогу сделать такой небольшой мастер-класс. Вот, так, об этом изделии мы с вами поговорили, образец положим вот сюда, пусть он нас тут вдохновляет, и переходим с вами к следующим образцам, это вот такие вот пушистики, это, кстати, образцы связаны из моточной пряжи, пряжа называется Ario от бренда Lang Yarns, здесь на 50 грамм 150 метров, я сейчас обязательно добавлю на экран этикетку, поскольку я не помню точно процентное соотношение пряжи в составе, но здесь основная пряжа это шерсть, 100% мериносовая, вот такая вот она пушистенькая, также здесь есть небольшие вкрапления вискозы, это как раз твидовые крапушки коричневого и такого вот бежевого цвета, я думаю, вы их заметили, а также здесь есть небольшой процент полиамида, который представлен цепочкой, на которую, собственно говоря, набита шерсть. Вот, надеюсь, вам, друзья, это видно. Так, вот. У меня здесь два образца, почему их два, сейчас расскажу. Дело в том, что первый образец я связала вот этот небольшой. Я попробовала просто спицы, которые бы мне подошли под данную пряжу, и я взяла спицы номер 6, связала образец, постирала его. Мне показалось в мокром образце, что слишком рыхловато, и я решила попробовать спицы потоньше. Я взяла номер 5, 5,5 и 6, постирала этот образец, высушила его и поняла, что все-таки в постиранном и высушенном варианте шестерка мне нравится больше, хотя когда образец мокрый, он такой дырявчатый, но как бы это не мудрено, ведь пряжа такая вот специфическая, она как бы цепочкой, на нее набит пух, поэтому возможно в мокром варианте не нужно обращать внимание на то, как выглядит полотно. Что это будет? Это будет опять же простой базовый кардиган, вязать я его хочу снизу, все-таки научиться вязать изделие снизу было бы неплохо, вот как вы знаете, я очень люблю вязать именно сверху, но вот хочу именно эту модель попробовать вязать снизу, и это будет кардиган с цельновязанной планкой, планку я планирую вязать резинкой с вытянутыми петлями, вытянутыми лицевыми петлями, да, вот, и также я хочу здесь попробовать сделать карманы в боковых швах, если получится у меня все, то на этот кардиганчик тоже будет мастер-класс, об этом проекте мы с вами поговорили, и мы с вами плавно подходим к последнему моему проекту, к последнему кардигану. Пока что этот процесс у меня под вопросом, поскольку его я хочу вязать по платному описанию, это новое описание от Petite Knit, это, я думаю, вам уже известный мой самый любимый дизайнер на сегодня, и у нее вышло недавно описание на zip кардиган, у нее есть zip света на молнии, и вот недавно появился кардиган, он очень интересный, он вяжется со спущенным плечом, сверху вниз в технике японское плечо, плюс там очень интересные обработки выреза по планкам, плюс вшивание молнии, очень красивые карманы. Мне хочется попробовать все эти техники, проработать, новому чему-то научиться. И я выбрала для этой цели вот такую пряжу. Это двойной твид от бренда Donegal. В составе здесь 100% меринос. Пряжа довольно толстенькая. Я образец связала на спицах номер 6 и на спицах номер 7. Вот эта шестерка, вот эта семерка. Я пока контрольно не снимала мерку, то есть по плотности образец у меня связан, он постиран, он высох, и я хочу, чтобы он немножечко отлежался. Затем я сниму мерку по плотности, если я попаду в высоту, поскольку в ширину я попадаю, но вот в высоту я немножко не попадаю по плотности, и интересно, на семерке или на шестерке я буду максимально приближена к своей цели. Посмотрим, подойдет ли эта пряжа, если нет, то буду думать. В общем, последний проект у меня под вопросом, и плюс я буду вязать его по платному описанию.
Вот, друзья, так что вот такие вот у меня планы на ближайшее время. Планирую два мастер-класса на вот этот кардиганчик простой платочной вязкой и на вот такой вот красивый пушистик. Вот. Так что, наверное, эти два процесса у меня будут первыми, а затем я начну работу над более сложными изделиями, которые будут требовать большого количества расчетов или просто внимательного вязания, как в данном случае, поскольку там много всего нового и необычного для меня. Так что, друзья, да, вот на этом, я думаю, я буду заканчивать это включение. Опять наболтала вам непонятно на сколько минут. Вот, надеюсь, вам интересно было послушать о моих планах. Обязательно пишите в комментариях, любите ли вы вязать кардиганы, вообще вяжете ли вы кардиганы. И также не забудьте поделиться своими планами на летнее вязание. Мне, правда, будет интересно почитать, кто что вяжет и вообще вяжете ли вы летом. Я знаю, что во многих странах и во многих широтах лето очень жаркое, солнечное, и вязать вообще что-то абсолютно не хочется. Я вас очень хорошо понимаю, поскольку у нас было несколько дней, когда на улице было больше 20, и мне вязать абсолютно не хотелось. Я думаю, если бы я жила где-то в теплых странах, вряд ли бы я вязала летом, но так как у нас сегодня за окном идет дождь и температура около 10 градусов тепла, то хочется повязать что-то тепленькое, уютное, и мне кажется, кардиганы прекрасно подходят под мою задумку. Так что, друзья, да, на этом буду заканчивать. До следующего включения, как всегда, не прощаюсь с вами надолго. Привет-привет! Сегодня, друзья, 10 июня, четверг, и сегодня очень радостный день. Дело в том, что я получила самую долгожданную посылку. Наверное, ничего я в своей жизни так не ждала, как эту пряжу. В общем, это пряжа на детскую лапопейсу. Я в начале влога рассказывала вам, что в понедельник заказала недостающие мне моточки, и вот, собственно говоря, они приехали. Так... Та-дам! Вот так выглядит пакет по его размеру, и потому что здесь я вижу несколько просвечивающихся этикеток, я понимаю, что ко мне точно приехали недостающие мотки, и не будет такого сюрприза, как в прошлый раз, вот, но тем не менее мне пришлось немножко подождать. В начале влога я показывала вам детскую лапопейсу Шаман Йоук, так вот, сегодня я буду приступать активно к ее вязанию, поскольку в ближайшие дни мне нужно будет ее закончить. Так, давайте без лишних слов я беру свои ножницы, и мы займемся с вами распаковкой, покажу вам моточки поближе. Ну что, друзья, вот таким вот образом выглядит мой заказ, и вы можете заметить, что здесь немножко больше мотков, чем я заказывала изначально. Значит, здесь у меня находится 4 моточка коричневой пряжи и один моточек синий. Но на самом деле он не синий, он цвет морской волны, такой петрольный, но на камеру цвет ужасно перевирает. Может быть, я найду где-нибудь темное место и постараюсь вам показать истинное лицо этой пряжи, вот, поскольку это такой цвет хамелеон. В общем, давайте несколько слов о данных моточках. Пряжа называется Einban Lopi бренд. Вот. Это исландская шерсть, у них есть свой сайт, вот так вот называется сайт istex.is. И это стопроцентная шерсть ровница, на 50 грамм здесь 250 метров пряжи. У меня оттенок коричневого 0867, он носит название шоколад в палитре, и это на самом деле очень красивый, такой сложный, довольно неоднородный оттенок коричневого. Мне нравится этот цвет, вот. Больше ничего полезного о нем вам сказать не могу. Вот, я заказала все-таки 4 мотка, поскольку я боялась, что пряжи мне может не хватить. Хотя умом-то я понимаю, что 3 мотков мне точно хватит. Дело в том, что когда я вязала взрослую лапопейсу, у меня на мой свитер ушло 4 мотка коричневой пряжи. Поэтому 3 мотков на детский хватит вот просто за глаза. Но я решила перестраховаться, взять 4-й. Думаю, если уж пряжа у меня останется, свяжу еще какой-нибудь для Оливии свитер. Тем более, свитера в детском гардеробе нашей зимой лишними не бывают. И именно с этой целью я взяла еще вот такой вот моточек. Это оттенок 1761. Вот он такой петрольный, я бы сказала, цвет морской волны. Но сейчас он просто яркий синий на камеру. Вот.
Но в будущем, я надеюсь, у меня получится вам как-нибудь сделать либо фотографию, либо видео заснять и показать, какой он есть на самом деле. Так что у меня прибыла пряжа, это значит, что теперь я откладываю все свои вязальные и невязальные дела и приступаю к вязанию детской лапопейсы. Мне нужно в ближайшее время ее закончить. Конечно же, я буду держать вас в курсе и показывать все свои вязальные продвижения. Вот, так что... Класс, новые моточки есть, можно приступать к вязанию. Так что, друзья, пойду я, наверное, займусь, собственно говоря, вязанием лапопейсы и подключусь к вам уже попозже. Всем привет! Ну что, друзья, сегодня у меня уже понедельник, сегодня 14 июня, и я хочу этим небольшим сюжетом подвести итоги своей вязальной недели, показать вам готовую работу, как и обещала. На самом деле, я ужасно затянула с выходом этого видео, и свитер я закончила вязать еще на выходных, но у меня просто не было возможности вам это все показать и рассказать, поскольку мы устроили себе семейные выходные, и просто не хотелось брать в руки камеру и отвлекаться на какие-то другие дела. Вот, поэтому сегодня я просто покажу вам лапопейсу и подробненько расскажу все нюансы, которые связаны с ее вязанием. О каких-то своих других проектах я не вижу смысла говорить, поскольку последние дни я занималась именно этой работой, и какие-то другие свои процессы я не продвигала. Я имею в виду лапопейсу из пряжи Rowan. Я заказала на нее пряжу, она еще пока не приехала. Вот, сегодня я получила смс о том, что посылка уже находится в пути. Я надеюсь, что в ближайшую неделю она ко мне приедет, и я все-таки в одном из влогов покажу вам законченную лапопейсу из пряжи Rowan. Там осталось просто вот полтора рукава связать, это на два вечера работы. Вот, поэтому я уже на финишной прямой, надеюсь, что скоро лапопейса из пряжи Rowan станет готовой работой. А также я жду еще кое-какие посылочки, поэтому в следующих видео вас ждут распаковки. Да, это такой небольшой спойлер. А также, друзья, у меня есть много отвязанных образцов, которые я вам показывала. Пока еще никакие новые процессы я не начинала. Думаю, мы с вами это сделаем уже в следующем ролике. А также я не продвигала носки. Это мой такой отдыхательный процесс, и пока я за него не бралась. То есть он у меня остался на этапе отвязанных паголинков. Вот.
Так что все мое внимание последние дни было сосредоточено на вязании детской лапопейсы. И, собственно говоря, вот так вот она выглядит на данный момент. Такая вот красавица получилась. В общем, у нас с Оливкой будет абсолютно классный family look. И я даже подумываю о том, чтобы и Томасу связать такой же свитер. Единственное, я не уверена, подойдет ли ему эта расцветка. Все-таки, мне кажется, мужской свитер должен быть немного в других цветах. Это более такая женская расцветка. Хотя, возможно, она и универсальная. Не знаю, друзья. Напишите, что вы думаете насчет расцветки этого свитера и как, на ваш взгляд, подходит она для мужчины? Или все-таки для мужчины лучше взять какие-то другие цвета, например, светло-серый, темно-серый и, например, белый для жаккарда, или, например, серый, черный и белый для жаккарда. Вот мне почему-то кажется, что это будет более мужской вариант свитера, а это такой более женский, что ли. Ну, в общем, не знаю, это мой взгляд, и, возможно, вы меня переубедите. Вот. В общем, связала я лапопейсу, конечно, далась она мне не очень просто, по крайней мере, рукава дались мне точно очень тяжело, я бы сказала, даже так, со скрипом. Вся проблема в том, что для вязания рукавов жаккардов на детских изделиях нужно иметь специальные спицы, и тогда вязание будет, вот знаете, просто в удовольствие, вы свяжете рукава незаметно. Вот, у меня, к сожалению, специальных спиц ультракоротких, например, по 5 сантиметров от Чиагу, я знаю, у них такие есть, также у Лики есть короткие спицы, у меня их нет. У меня есть только укороченный набор Чиагу, там, по-моему, спицы 7,5-8 сантиметров, и также у меня есть наборы со стандартной длиной спиц. Вот, сложность заключалась в том, что рукав я вязала так же, как и тело лапопейсы, на спицах 3,75. Это не самый ходовой размер спиц, и он у меня есть далеко не в каждом моем наборе со спицами, поэтому выбор у меня был довольно ограничен именно вариантом, на каких спицах я могу это вязать. И если вот эту часть рукава до жаккарда и до убавок, поскольку вот здесь вот перед жаккардом выполняется немножко убавок для того, чтобы количество петель в рапорте узора подходило под нужное количество петель. В общем, нужно было немного петель убавить. И, соответственно, рукав здесь сужался. Плюс жаккард подтягивал немного рукав. И он так очень некрасиво как-то вот здесь сужался у меня. Я перевязывала 10 раз. 10 раз для того, чтобы найти правильный рецепт, на каком же номере спиц мне связать вот этот узор, для того, чтобы нивелировать вот эти убавки, чтобы их было не видно, и для того, чтобы жаккард не стянул и не растянул полотно рукава. В общем, я очень намучилась. С первым рукавом я очень много раз перевязывала, даже замучила просто пряжу, она была лохматая, пушистая. В общем, я столько раз распускала, и даже несколько раз просто откладывала вязание, поскольку я не знала, что мне делать. Я брала одни спицы, писала пару рядов, распускала, брала другие спицы, снова вязала, снова распускала. Но потом я нашла все-таки, как мне правильно связать. И если вот это все я вязала на 3,75, вот здесь убавки, ряд с убавками я вязала на спицах номер 4. И жаккард я тоже вязала на четверке. И при том, что вот этот вот... вот эту часть рукава я вязала на двух спицах, то есть я одной спицей провязывала один ряд, и потом брала другую пару спиц, на тоже на длинной леске, и вязала второй ряд на другом номере спиц. В общем, я это делала для того, чтобы мне удобно было вязать, поскольку когда я вязала методом Magic Loop, у меня получались вот здесь ужасно растянутые какие-то петли, я их пыталась подтягивать, но здесь жаккард, и не всегда у меня получалось все так подтянуть, чтобы это было красиво. В общем, я очень много раз перевязывала, это без преувеличений, друзья. Вот, второй рукав я связала уже очень быстро, в общем, я потратила почти целый день. Ну, конечно, я отвлекалась на какие-то домашние дела, но вот где-то день у меня ушел на вязание одного рукава. То есть, я думаю, вы понимаете, что это очень долго. Кстати, манжет я связала на спицах 2,75. Вот. И он выглядит очень здорово. Резинку эту пряжа практически не держит. Я свитер постирала, но я его не отпаривала. Давайте покажу вам поближе. Вот так это выглядит. Мне очень нравится, как выглядит полотно. До стирки оно выглядело плохо. Оно было очень корявым, кривым. И вот здесь были такие прям волны. Были видны прибавки. Но это
специфика пряжи лопи. Я думаю, если вы следите за моим каналом, вы знаете, что я вяжу и из пряжи лет лопи, и из этой пряжи я вязала. И я знаю, как она себя ведет. И когда просто из нее вяжешь, не отпариваешь и не стираешь, даже кокетка, даже жаккард, это выглядит ужасно. Это идет какими-то волнами непонятными, все кривое, косое. Может быть, даже такое небольшое решето. Но после стирки, вот, полотно выглядит очень-очень красиво. И жаккард тоже. Просто идеальный, вот, поэтому здесь главное правильно подобрать номер спиц и, в принципе, набраться терпения. А вторая проблема, которая у меня возникла с этим свитером, это пряжа. Я думаю, сейчас вам, друзья, очень хорошо видно, что вот эта часть лавапейсы и рукава, и тело, они немножко отличаются. Дело в том, что изначально я вязала этот свитер из остатков пряжи, которые остались после моей лавапейсы, и я заказала пряжу того же цвета, той же партии, я специально написала в магазин, если у них пряжа этого цвета, они сказали, что да, есть, и я уточнила партию, в общем, мне сказали, что все окей, и они мне все пришлют. В итоге они мне прислали только один моток бежевого цвета. Меня это просто, знаете, повергло в шок и в хаос, потому что почта в Норвегии работает очень медленно, и я знаю, что обычно посылка ко мне идет неделю, вот, а у меня не было недели для того, чтобы просто сидеть и ждать новую посылку, поэтому я заказывала пряжу с надеждой на то, что она ко мне приедет хотя бы к концу прошлой недели, но она приехала в четверг. Мы с вами делали вместе распаковку, и я отложила просто вот все свои вязальные дела и сосредоточилась на этом свитере. В общем, я нагоняла те дни, которые я не вязала этот свитер. И за вечер четверга я вывязала полностью тело. У нас очень испортилась погода, сейчас у нас дожди каждый день, очень холодно. И я вязала лавапейсу при естественном освещении от окна, но вечером в дождливую погоду, и я разницы в цвете не заметила. Хотя я видела, что оттенок партии отличается, но я так посмотрела, мотки примерно одинакового цвета, я начала вязать, разницы в полотне незаметно. И вот когда я вот так смотрю при обычном комнатном освещении, разницы в полотне нет. Но на камере это просто ужасно, друзья. Это такая полоса, и я понимаю, что когда вы будете смотреть это видео, вам покажется, о боже, что это, но на самом деле в жизни это не так заметно. Вот когда я смотрю просто глазом, при определенном освещении это немножко заметно. Но когда свитер одет на ребенке, и ребенок бегает по комнате, вы в жизни не заметите, что тут что-то не так. Я заметила, что что-то не так, когда я закрывала петли. Я специально села у окна, чтобы свет хорошо падал. Дело в том, что пряжа пушистая, закрывать иголкой с имитацией наборного края довольно сложно. Поэтому я садилась специально у окошка и вот очень аккуратно все это прошивала. И я как-то заметила, что пряжа немного отличается. Но я уже начала закрывать петли, поэтому я просто сделала вид, что так было задумано. И перевязывать тело я просто не стала. Поскольку мне нужно было бы распустить либо всю полностью коричневую часть, то есть часть кокетки в том числе, и все вязать из этой пряжи. Кстати, пряжа у меня осталась, и еще есть целый моток, поэтому, в принципе, тех трех мотков, которые я заказала, вот их как раз мне нужно было получить, вот, для того, чтобы закончить свитер. Вот, вообще, лапопейса получилась классная, вот. Единственное, это очень кропотливая работа, то есть, если вы любите взять моток пряжи, спицы потолще и там за пару часов склепать какое-то изделие, то это точно, друзья, не для вас. Это очень кропотливый такой процесс, тоненькие спицы, резинки, напомню, вязала на 2,75, жаккард и вот, ну, полностью всю лапопейсу на спицах 3,75, вот эти части рукава на четверке, манжеты на 2,75, петли закрываются иглой, то есть все моменты, они очень такие кропотливые, они требуют времени, здесь довольно много петель, я, конечно, не буду вам говорить, сколько где петель, поскольку это все платное описание, и да, конечно же, друзья, я обязательно оставлю вам ссылку на автора этой лапопейсы в инфобоксе, описание выйдет, наверное, на этой неделе, возможно, в среду, и вы заглядывайте к Яне в Инстаграм, поскольку в день выхода описания и еще несколько дней после на новенькие ее описания всегда действуют скидки, их можно купить по довольно приятной цене, хотя описания у Яны, они не дешевые, вот, но они действительно очень продуманные и качественные. Я могу сказать, что свою лапопейсу, которую я вязала у Яны в тесте, я ношу с большим удовольствием, и она мне действительно нравится по посадке, по тому, какой она получилась. Конечно, я уверена, что заслуга там и в пряже, и в терпении
времени, которое я вложила в изделие, но сам по себе фасон лапопейсы, он удачный. Вот, поэтому, если вы хотите у меня узнать, по какому описанию стоит вязать, у меня маленький опыт в вязании лапопейс по именно чужим описаниям, поскольку в основном я все описания переделываю под себя, просто беру из описания жаккард. Но вот единственные лапопейсы, которые я связала от и до по описанию, это лапопейсы от Яны. И они меня полностью устраивают, то есть они действительно хорошие. Вот. Так что, друзья, вот такие вот свитерочки у нас теперь есть с оливкой. Сегодня у меня в планах сделать фотографии. Я, конечно, не знаю, сколько у меня уйдет времени и сил для того, чтобы, во-первых, отмыть ребенка после детского сада. У нас на улице дожди, и сегодня, когда утром я привела Оливию в детский сад, первым делом, что она сделала, она побежала в огромную грязную лужу скакать. Поэтому я даже боюсь представить, какого ребенка я сегодня приведу из детского сада и сколько времени мне потребуется, чтобы ее просто отмыть и потом сделать красивенькие фотографии. Вот. Но я не теряю надежды, я надеюсь, что у меня это получится сделать, и если это будет так, то вы в конце этого ролика сможете посмотреть свитер в примерке, если же нет, то следующий мой влог начнется именно с этого. Поэтому, друзья, я на этом буду заканчивать. Хотела сказать всем огромное спасибо за ваше время, за ваше внимание, за то, что вы досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то, пожалуйста, поддержите его лайком. Если вам нужна какая-то полезная информация, заглядывайте в инфобокс. Там я собрала для вас все ссылочки, также там есть перечень всех моих бесплатных мастер-классов. Вот, я же на этом буду заканчивать, но, как всегда, не прощаюсь с вами надолго. Говорю вам до новых встреч, мы увидимся с вами уже очень скоро в следующем видео. А на сегодня у меня все. Всем пока-пока!